Прошло 10-15 минут. Наша прикормка впитала влагу равномерно. Нигде ничего сухого не осталось. В принципе, воды достаточно. Проверяем наши шарики. Значит, плотность шара великолепная. Шар не разбивается. То есть великолепно будет забрасываться на дальнее расстояние. Также, в принципе, можно заряжать и кормушки. Прикормка, опять же таки напоминаю, сделана на сегодняшний день. Мелочь еще объедает нашу прикормку. Поэтому такие более жесткие шары нас, в принципе, будут устраивать. Лепится хорошо, быстро. Получается очень плотно. Распавшись на дне, мы видим равномерные слои. Прикормка готова.